Начищены до блеска, накормлены вдоволь, обучены к хождению на поводке и недоены весь день, чтобы вымя было большим и венозным. Этих рогатых моделей тщательно выбирали и готовили, ведь им выпала честь представлять престиж своего сельхозпредприятия. На выставке «Звезды Подмосковья 2023 наш округ представили две красавицы из Нарасановского хозяйства. Выбор был сложный, отбиралась где-то на протяжении месяца, и на протяжении месяца мы их обучали. То есть они должны были не только правильно ходить, но при этом должны были правильно держать голову, слушать вотчика. То есть очень трудоемкий процесс. Это здесь кажется все так красиво и легко, но на самом деле подготовка идет серьезная. Наводить красоту прекрасным дамам начали за месяц. Они получали комплекс лучших процедур, включая ручной массаж. Однако только за красивые глазки здесь главного приза не получить. Учитывается масса критериев, главный из которых, конечно, качественное и вкусное молоко. А это результат большого каждодневного труда целой команды. На самом деле вообще наука и использование науки в животноводстве молочном является таким, наверное, последние десятилетия главным фактором в развитии, повышении эффективности наших хозяйств племенных. И, конечно, вот мы постоянно отмечаем ежегодный рост продуктивности. Московская область – лидер в сельском хозяйстве. Немалую роль в таком успехе играют меры господдержки, гранты и субсидии. В этом году мы уже, это 1,2 млрд в сумме, мы уже выплатили нашим хозяйствам, причем сделали это авансом. Мы это сделали в начале года для того, чтобы они имели возможность уже при подготовке к весенне-полевым работам иметь все необходимое финансирование. Глядя на этих красоток, не сомневаешься, поддержка и развитие сельского хозяйства – дело нужное, а главное – полезное. Ведь молоко коровье бережет здоровье. Лучшая из 62 производительниц молока, победительница конкурса, принесет своему предприятию главный приз – автомобиль. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».